Готовим гороховый суп. Берем 100 грамм моркови, 100 грамм лука, 35 грамм растительного масла. Измельчаем 3 секунды на скорости 5. Убираем мерную чашу и пассируем 5 минут при 120 градусах, скорость 1. Далее добавляем 250 грамм гороха, заранее промытого, 1300 грамм воды и готовим 35 минут при 98 градусах, скорость 1, реверс, обратный ход ножей. Добавляем 200 грамм картофеля, 1 чайную ложку соли, 1 щепотку черного молотого перца и 200 грамм куриного филе. Готовим 15 минут при 98 градусах, скорость ложка, реверс. Наш гороховый суп готов. Можно по желанию украсить зеленью. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Thermomix ваш консультант Айкуль.